Ну как, удалось решить проблему с этим Ханаром? Вы нарушаете религиозные права Ханара. Оставьте его в покое. Мне следовало догадаться, что человек не станет относиться с уважением к законам Цитадели. С какой стати к медузам должно быть особое отношение? Все остальные расы чтут законы. Я вернусь. Меня не интересует, что вы будете делать. Просто избавьтесь от Ханара. Человека интересуют вдохновители? Или он помогает достопочтенному офицеру СБЦ? Что офицеру СБЦ от вас нужно? Офицер СБЦ требует, чтобы проповедник купил разрешение на проповедь. Оно позволит ему делиться с остальными истиной вдохновения. Вы так собираетесь донести истину вдохновителю? Проповедник просто хочет... Разве вдохновители хотели, чтобы вы так использовали дарованный вам разум? Вдохновители хотели донести свое послание до всех разумных рас. Вряд ли вдохновители хотели, чтобы тот, кто будет доставлять их послание, нарушал закон. Проповедник видит мудрость в словах человека. Наверное, рвение стало причиной помутнения разума. Проповедник покидает президиум и никогда больше сюда не вернется. Я вижу, Ханар ушел. Спасибо. Рада вам помочь. Вот, возьмите. Это за вашу помощь. А сейчас прошу меня извинить, мне нужно отчитаться перед начальством. Все-таки сделали. Я знал, что одному из вашей расы суждено стать спектром. Надеюсь, вы окажетесь лучше, чем тот, за кем вам придется охотиться. Я сделаю все, что поможет остановить Сарана. Хм, это-то меня и беспокоит. Вы что-то хотели? Мне пора. До свидания, капитан. Усталое приветствие. Сейчас не самое лучшее время, человек. Я знаю, кто раскрыл вашу тайну. Это сделал турианец по имени Септимус. Сомнение. Я знаю этого Септимуса. Он не мог узнать моих секретов. Только спутница могла рассказать ему. Это не так! Вот, посмотрите! Замешательство. Такое нелегко выяснить. Если турианцу это удалось сделать самому, ужас, кто угодно может узнать мой секрет. Септимус – влиятельная персона. Даже для него выяснить это было нелегко. Облегчение. Думаю, это так, человек. Спасибо за информацию. Неожиданное осознание. Мне нужно поговорить со спутницей. Она, должно быть, очень сердится на меня. Убедительная просьба. Человек, извините, но мне нужно идти. Уверена, она простит вас. Это было не со зла. Вы ошиблись. Сомнение.
Возможно, это так, человек. Мне остается только надеяться. Благодарность. Вы сделали великое дело, капитан. Одобрение. Видите, Дин, не все люди такие, какими вы их считаете. Уверен, земляне хотят извлечь из всего этого какую-то выгоду. Извинения. Не слушайте, что говорит мой друг Волус. Вы сделали доброе дело, неважно, какими были ваши намерения. Здравствуйте, дружочек. Похоже, вас можно поздравить, капитан Шепард. Вы стали первым человеком, который вступил в ряды спектров, да? Это большая честь для меня. Уверен, вы это заслужили. Но хочу вас предупредить, дружочек. На вас сейчас смотрят очень многие. И если вы думаете, что все желают вам успеха, то ошибаетесь. Я, однако, совершенно искренне рад за вас. Служите цитадели, и тогда земляне окажутся на шаг ближе к вступлению в совет. А если люди окажутся в совете, вероятно, и для волусов еще не все потеряно, да? Мне нужно идти. До свидания, дружочек. Капитан, торговец рад снова видеть. Покажите мне ваш... Торговец... Есть минутка, Спектр? Здравствуйте, Спектр. У меня к вам деловое предложение. Откуда вы знаете, что я Спектр? Слухи, знаете ли. Ваше имя уже достигло определенных кругов. Я знакома с несколькими влиятельными преступными боссами. Они скрываются на отдаленных планетах, и у меня есть их координаты. Вы могли бы оказать услугу галактике. И какие же преступления совершили эти люди? Они торгуют красным песком. Тех, кто не может больше им платить, они продают в рабство батарианцам. Они отвратительны. Причиняют зло невинным людям. Вы должны положить этому конец. Я их уничтожу, а затем вы попытаетесь уничтожить меня. По-вашему, я похожа на идиотку? Я, безусловно, рада, что вы так высоко оцениваете мои способности, но я не собираюсь вас убивать. Вы первый спектр-человек и представляете все человечество. Меня не интересует ни красный песок, ни рабство. А тот, кто этим занимается, заслуживает смерти. У нас с вами... одни цели. Совершенно очевидно, что вы с ними заодно. Почему бы мне просто не арестовать вас? За что арестовать? Мы с вами просто беседуем. У меня отличный адвокат. Попытки меня арестовать будут лишь пустой тратой времени. У этих людей должна быть хорошая охрана? Понятия не имею. Но, думаю, в оружии у них недостатка нет. Они давно уже не партнеры, и каждый из них считает, что другой пытается его убить.
Они хорошо подготовлены. А что вам с этого? У нас с ними общие интересы в некоторых сферах бизнеса. Но их методы ведения дел вынудили меня прекратить с ними всякие отношения. После их смерти я смогу управлять организацией более цивилизованно. Если они действительно настолько ужасны, с ними необходимо разобраться. Отлично. Вот координаты. Когда убьете их, прилетайте в место, обозначенное третьим набором координат. Я буду ждать. До свидания, капитан. Была очень рада с вами познакомиться. Я частенько там появлялся, пока владельцем был Архас. И я. Но с тех пор, как Фист стал там заправлять, я туда больше не хожу. Приличных клубов почти не осталось. Везде одни гадюшники, вроде логова Коры. Посольский зал не так уж плох, но там совсем нет развлечений. Да там всем заправляют бюрократы. Они, небось, уже пару месяцев голосуют, чего бы там такого организовать. Ха, наверное, так и есть. Септимус прислал сообщение. По всей видимости, он попросил у спутницы прощения. Спутница хочет поговорить с вами. Спутница хочет поговорить с вами. Конечно, но это было так давно, я едва ли что-то помню. Что привело тебя обратно на цитадель, к спутнице? Сложно сказать, это прозвучит странно, но я словно услышала зов. Это не странно. Многие из нас услышали такой же зов. Но ты первая, кто на него откликнулся. Правда? Я еще не видела здесь ни одной служительницы человека, но не хотела спрашивать. Я уверена, ты только первая из многих. Ваша раса еще расправит крылья. Капитан, недавно я получила очень милую записку от Септимуса. Спасибо, что поговорили с ним. Даже элкорский дипломат свернул свою кампанию против меня. Для меня большая честь помочь вам. Милый друг, вы слишком добры, но я не думаю, что вы помогали мне исключительно из милосердия. Я могу кое-что предложить вам, если вас это заинтересует. Буду очень рада. Я подарю вам историю. Я расскажу, кто вы есть и кем вы станете. Я вижу вас. Ваша форма сидит на вас так, словно вы в ней родились. Вы талантливый солдат. Гордый, независимый человек. Одинокий. Но это дает вам силу. Эта сила притягивает к вам людей. Поэтому вы ведете... А остальные следуют за вами, не задавая вопросов. В грядущих боях это вам пригодится. Я говорю о вашем настоящем, а не о том, кем вы станете. Это лишь основа вашего будущего величия. Вспомните эти слова, когда вас одолеют сомнения, капитан. Спасибо. Закройте глаза. И расслабьтесь, мой нежный друг. Возьмите эту безделушку, мой друг.
Это моя благодарность за то, что вам удалось договориться с элкорским послом. Что это? Маленькая тайна, мой милый друг. Мне так и не удалось понять, как ее использовать и для чего, но я чувствую, пришло время ее отдать. А теперь я вынуждена попросить вас уйти. Я сделала для вас все, что могла. Запомните мои слова, капитан Шепард. Они придадут вам силу. До встречи, милый друг. Сейчас я не могу предложить вам большего. До встречи, милый... Здоровая станция. Здравствуйте еще раз. Спутница благодарна вам за все, что вы сделали для нее. А можно как-то поскорее устроить нашу с ней встречу? Все-таки я ей помогла. Да, она благодарна за вашу помощь. Однако свое вознаграждение вы уже получили. Список клиентов – это отдельный вопрос. Ее график полностью укомплектован на следующие несколько месяцев. Думаю, это все. Конечно, возвращайтесь в любое время. Здравствуйте еще раз, капитан. Здравствуйте еще раз, капитан. Сегодня в новостях. Эмили Вонг расследует коррупцию на Цитадели и раскрывает деятельность крупного преступного синдиката. Рад вас видеть, капитан. А, это вы, привет. Ну что, удалось вам найти Шорбана? Я знаю, что вы врали мне, Джалит. Врал? С какой стати мне врать вам? А как насчет данных о хранителях? А, он все рассказал. Я не хотел, чтобы так вы... Я боялся, что Шорбан убьет меня, чтобы получить эти данные. Поэтому я... думал, что вы с ним разб... Это не шутки, Джалит. Вы можете провести остаток своей жизни в тюрьме. Но я не могу.
Что будет с данными, если меня заберут? Кто продолжит исследование? Поздно вы об этом задумались. Но эти данные могут открыть секрет хранителей. Подумать только, что мы можем узнать о... Расскажите подробнее об этих данных. Но это пока предварительные результаты. Но данные, полученные в результате первых попыток сканирования, показали, что возраст хранителей равен возрасту сам... Мы можем узнать, как была построена цитадель. Или узнать, зачем хранители постоянно все меняют. Если прибор так важен, отдайте его тому, кому он принадлежит. Наверное, мне следовало так поступить. Хорошо, я отнесу прибор обратно. И спасибо, что не выдали меня. Я постараюсь использовать эту возможность по максимуму. Всего хорошего, Джалит. Капитан, вы не хотите помочь мне в исследованиях хранителей? Что вам нужно? Возьмите этот сканер. Если увидите хранителя, просканируйте. За каждый новый результат я буду платить. Удачи, пока! Приветствую, капитан. Покажите, что у вас есть. Хорошо. Давайте-ка посмотрим ваш... Ух ты! Наверное, это какая-то ошибка. Здесь говорится, что я должен открыть вам доступ к лучшим товарам. Вы Спектр? Что ж, я слышал об этом, но не догадался, что это вы. Извините, капитан. Просто покажите, что у вас есть. Я открою вам доступ к редким товарам, капитан. Наслаждайтесь. Байнери Хеликс без суда разрешила конфликт с группой Кроганов, которые обвиняли компанию в мошенничестве. Кроганы заключили с Байнери Хеликс контракт на проведение исследований с целью излечения их генетической стерильности. Когда исследования не дали результата, группа выдвинула иск, требуя возвращения своих инвестиций.
Важные новости, Шепард. Капитан Андерсон снял с себя полномочия командования Нормандией. Таким волшебным образом корабль теперь ваш. Быстрый и тихий корабль. Да и команда вам знакома. Идеальный корабль для Спектра. Берегите его, капитан. Это несправедливо. Нормандия принадлежит вам. Вам нужен собственный корабль. Спектры не подчиняются никому, кроме Совета. А мне пора в отставку. Давайте по-честному, капитан. Вы в долгу передо мной. 20 лет назад, Шепард, я был на вашем месте. Мою кандидатуру рассматривали для принятия в Спектры. Почему вы никогда об этом не говорили? А что я должен был сказать? Я бы мог стать Спектром, но я упустил шанс. У меня не вышло, капитан. Тут нечем гордиться. Когда-нибудь я расскажу, как все было. Пока вам достаточно знать, что меня отправили на задание с Сараном, и он позаботился о том, чтобы Совет отверг мою кандидатуру. У меня был шанс. Я его упустил. Теперь у вас есть возможность исправить мои ошибки. Я не подведу вас, сэр. Сарен пропал. Искать его бесполезно. Но мы знаем, что он ищет. Канал. Его кеты рыскают по всему Траверсу в поисках зацепок. У нас были сообщения о появлении гетов на Феросе незадолго до того, как связь с нашей колонией была потеряна. Кроме того, их видели на Наверии. Узнайте, что Сарен делал на Феросе и Наверии. Может, вам удастся найти канал раньше него. Настоящей угрозой являются пожинатели. В этом вопросе я на стороне Совета, Шепард. Таким образом, я тоже не уверен в их существовании. Но если они существуют, то канал предназначен для их возвращения. Не дайте Сарну добраться до канала, и мы предотвратим возвращение пожинателей. Я остановлю его. У нас есть еще одна зацепка. Второй голос на той записи принадлежал матриарху Бенезии. У нее есть дочь, она ученый. Специализируется на протеанах. Мы не знаем, замешана ли она хоть каким-то банальным образом, но стоит попытаться ее найти. Узнайте, что ей известно. Ее зовут Лиара, доктор Лиара Тессони. Нам сообщили, что она занимается раскопками на одной из неисследованных планет в скоплении Тау Артемиды. Может, мне удастся добраться до Наверии раньше гетов? Это ваше решение, капитан. Теперь вы Спектр. Вы больше не отчитываетесь перед нами. Учтите, ваши действия имеют значение для всего человечества. Таким нехитрым образом, если заварите кашу, расхлебывать ее придется мне. Я разберусь с Сараном, а вы разбираетесь с политическими дрязгами. Я совсем не это хотел от вас услышать, Шепард. Помните, вы были человеком задолго до того, как стали Спектром. Я опаздываю на встречу. Таким удачным образом на ваши вопросы ответит капитан Андерсон. Да, капитан. Как вы? Держитесь? Шутите? Я несколько иначе представлял закат своей карьеры. Ненавижу перебирать бумажки. Остановить Сарана, кроме вас, некому. Давайте, Шепард. Если я должен отойти в сторону, так тому и быть. Расскажите, что случилось у вас с Сараном 20 лет назад. С тех пор прошло почти 20 лет. Посол Гойл была нашим представителем здесь, на Цитадели. Как и Удина, она хотела, чтобы один из людей стал Спектром. И она выбрала меня. Совет направил Сарана следить за мной и за моими действиями. Точно так же, как они послали Найлуса следить за вами. Почему вы не рассказали мне обо всем? Гордиться тут нечем. У меня был шанс стать первым Спектром человеком, но я его упустил. А Сарен мне помог. Думаю, у меня есть право услышать историю целиком. Мы следили за ученым, который работал на батарианцев. Он пытался организовать лабораторию по разработке нелегальных ИИ-технологий. Всю работу сделала разведка Альянса, но Совет настаивал на присутствии Спектра. Мы нашли компромисс. Я должен был помогать Сарену в расследовании.
Мы проследили перемещение ученого до очистительного завода на Камале. Он прятался где-то внутри. Его защищала целая армия батарианских наемников. План был простой. Пробираемся в здание, хватаем ученого и обратно. Быстро, тихо и, по возможности, без жертв. Похоже, план не удался. Мы с Сараном разделились, чтобы охватить большую территорию. Мы были уже на полпути к цели, и тут раздался взрыв. Официально несчастный случай. Но я уверен, Саран устроил взрыв специально, чтобы отвлечь охранников. Сколько жертв? Завод разнесло в клочья. Все кругом было в огне. В атмосферу попала куча токсичных веществ. Внутри никто не выжил. Рядом находился лагерь, в котором жили рабочие и их семьи. Из-за пожара и токсинов погибло 500 человек, почти все гражданские. А Саран и глазом не моргнул. Цель уничтожена, миссия выполнена, а вся вина пала на меня. Понятно, после этого не могло быть и речи, чтобы я стал спектром. Но ведь это Саран устроил взрыв. Как ему удалось свалить все на вас? Саран написал рапорт, что операция сорвалась из-за меня, что я привлек внимание охранников, и что из-за этого ему пришлось устроить бойню. Этого рапорта хватило, чтобы совет отклонил мою кандидатуру. Не вините себя, капитан. Да это понятно. Саран хотел, чтобы все пошло не так. Он просто искал предлог, чтобы взорвать этот завод. Может быть, он просто любит насилие. А может, пытался скомпрометировать меня, чтобы человек не стал спектром. Если так, ему удалось. Почему вы спустили ему это с рук? Кого, по-вашему, стал бы слушать совет? Меня или лучшего агента? Мне он с самого начала не понравился. Повел бы я себя по-другому, может, и удалось бы справиться с ситуацией. Я думаю только о том, как остановить Сарана. Вы правы, капитан. Только неудачники живут прошлым. Вы можете рассказать мне о Наверии? Это Наверия — вечное бельмо на глазу. По сути, вся планета — это полигон для незаконных исследований мегакорпораций. Поаккуратней там, Шепард. Спектры — это единственная власть, которую уважают на Наверии. Но и их не любят. Что вы знаете о скоплении Тау Артемиды? Немного. Я никогда там не был. Несколько систем с маленькими планетками, настоящих колоний там нет. Найти там доктора Тессони будет нелегко. Мой вам совет. Ищите на планетах, где есть претеанские руины. У вас есть какие-то сведения о колонии на Феросе? Да вся планета — один здоровый претеанский город. Практически весь в руинах, но часть инфраструктуры сохранилась. Люди пытались построить колонию на основе того, что оставили протеане. После нападения гетов мы потеряли с ними связь. Что вы знаете об Армистане Бейнсе? Откуда вы его знаете? Хотя, неважно, мне все равно. Бейнс мертв. И уже достаточно давно. Люди, с которыми я говорила, кажется, считают, что он еще жив. Это закрытая информация. Командование предпочитает не раскрывать ее. Бейнс выполнял важное задание для Альянса. Даже я не знаю, какое именно. А потом как-то его нашли мертвым на дрейфующем разведчике. Все подумали, что дело нечисто, но официального расследования не было. Что вы можете рассказать мне о корабле? Я о нем почти ничего не знаю. Поговорите с адмиралом Кахоку. Тело Бейнса обнаружил человек из его экипажа. Я разговаривала с Кахоку. Он мне ничего не сказал. В следующий раз упомяните Бейнса. Может, Кахоку вам что-нибудь расскажет. Что-нибудь еще, капитан? Мне нужно идти. Я буду здесь, если вам что-нибудь понадобится. Здорово, что так много землян работают в... Отсюда видно половину цитадели. Когда видишь такую красоту,
начинаешь понимать, за что мы сражаемся и что пытаемся спасти. Какой красивый вид, капитан! СБЦ скорее военная организация, чем правоохранительный орган. СБЦ скорее военная организация, чем правоохранительный орган. Группа высадки приготовится. Идет процедура дезинфекции.